Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Тот завоз от GMP я назвала шикарный завоз, но мне кажется, шикарнее этого давно у нас не было. Наверное, последний раз такой же классный был завоз, когда были каменные розы. Мы поехали сегодня попозже. И знаете, на Свободке было куча-куча цветов. Кстати говоря, там я встретила даже своих подписчиков на базе, которые рядышком там живут. Вот. И, конечно, цветочки чудесные, просто великолепные. И попались даже редкие цветы, на удивление. Первый раз в жизни я у GMP встретила бабочку. Она такая, знаете, бабочка, без, конечно, не особо рельефные края, но бабочка. Это все равно такая редкость, причем она маркированная, рыжая. Также, ребят, хочу вам сразу же сказать, отписывайтесь с моей старой группы, с моей старой странички. Потому что нам предлагали ее купить, мы отказались. Я не вернусь на ту страницу, потому что там безопасность уже вся, как говорится, пройдена, все взломано. Не хочу я рисковать вашими какими-то данными, своими. Поэтому мы останемся на страничке, которая сейчас в контактах, и в группе, которая в контактах. Также сразу хочу сказать, участвуйте в розыгрыше. Продолжается розыгрыш на обалденную орхидею и кору. Далее, что еще хотела сказать, ссылку прямо на альбом с цветами, то есть цветы находятся в альбоме в моей группе Анны Орхидеи. Ссылку на прям альбом напишу в скобочках, здесь цветы. Я ссылочку оставлю прямо на альбом с цветами, заходите, просто полюбоваться или что-то себе приобрести. Также очень важный главный момент, отправляем мы в регион, где температура до минус 10 спокойно. Потому что мы делаем теплую упаковку, у нас идет, я газетой обертываю сам горшок, далее идет упаковочная бумага, вот такая вот, ой, тяжелая, потом далее идет подложка у нас, вот такая вот, и светоотражающая теплая подложка, вот такая вот. Кто дополнительно хочет еще отправка, когда с деком идет, кто дополнительно хочет саму коробку упаковать, я не буду каждому это действие предлагать. Вы сами пишите, Ань, у нас холодно, я хочу, чтобы саму коробку, то есть вот уже сделана коробка, внутри лежит упакованный цветочек. Если вы хотите себя обезопасить и обмотать еще коробку, мы обматываем также ее вот такой вот подложкой, саму коробку, и тогда вообще морозы не страшны. Вот, поэтому шубка у цветов достаточно теплая, заказывайте, у кого там минус 4, минус 5, минус 6, 7, 8, 9, 10, не бойтесь, заказывайте. Единственное, да, в дороге вот такие вот маленькие бутончики могут где-то подсохнуть, но я думаю, важен сам цветок, само растение, сам цветок, цветы, в принципе, доезжают цветущими, которые уже распущены, и большие бутоны нормально доезжают. Вот такие мелкашки мы даже когда приносим из магазина, знаете, да, что они у нас отсыхают чаще всего у цветов. Ну, а тут дорога, тряска, стресс такой для растений. Я уже не могу, просто хочется вам показать все растения, которые у нас есть. В принципе, это даже не все, вот, а, ну, практически все. Вот, очень много у меня спрашивали после последнего нашего видео с вами, вот эта вот орхидейка, которая похожа на вспышку молнии, она нам встретилась в этот раз маркированная. Сейчас я вам покажу, так, не знаю, все ли горшочки, так, вот у этой нет маркировки, так, сейчас я ее найду маркированную или в альбоме, давайте в альбоме я напишу ее название, я точно знаю, что сегодня... Я брала, они были, ай-яй-яй, аккуратненько, маркированные. В этот раз вспышки молнии есть и на один цветонос, и на три цветоноса. Так, вот это тоже не маркировано. Ну, точно, я помню, что была маркированная с названием. В общем, в альбоме подпишу. Смотрите, какие толстющие кусты. Вот так этикетку я достану. Они уже просто перерастают корни горшочек. Вот такие вот шикарные. То есть, вот у меня, например, вспышка молнии азиатской не растет. Ну, если представить, смотрите, листочки на цветоносе так оригинально. Вот. Это Польша, она такая более неприхотливая, нормально растут. Самое главное для GMP-шных растений их не удобрять в течение. Ой, смотрите, какая вообще в течение где-то месяца. Вот название.
Извините, в тот раз произнесла какое-то название неправильно, сразу мне там замечания начали делать. Я английский язык не знаю, но как я читаю Mozart. Покажи, Кость, поближе маркировку. Назвала ее в тот раз «Вспышка молнии» и сказала, что похоже, потому что, ну, как сказать, не было названия. Треснул горшок от количества, вот, корни просто распирают. Вот, смотрите, какие цветоносы. Она просто обалденная, очень красивое растение. У GMP оно появилось недавно. Этот, ну, сорт они стали делать недавно, потому что раньше, сколько мы ездили, не было. Также вот еще одна. Посмотрите, какой в этот раз какой яркий чармер. То есть чармер бывает мало вот этого красного, видите, вкрапления на лепестках. Этот чармер просто, я его из-за этого взяла, хоть он там шел супер экстра, такое достаточно дорогое растение, но потому что много очень вот этого бордового вкрапления. Это такой вот, на самом деле, для чармера редко. Обычно вот тут вот мало этих вкраплений так. Этот просто яркий. Также не смогла устоять перед растением Red E. Вот такое вот пышное. Ну, не знаю, в этот раз просто захотела взять какой-то пышнятины, чтобы так вот пышно они все цвели, красиво. Все цветы идут супер класса, супер экстра. То есть ни одного растения нету стандарта. Какого-то все идут просто вот супер экстра. Корни, листья сама там пробыла 4 часа на базе. Выбирала, смотрела. Также нашла две панды на переднем вот плане. Думаю, наверное, одну можешь себе оставить. Муж говорит, зачем тебе, у тебя их и так много. Я говорю, много орхидей не бывает. Также, ребят, хочу вам сообщить, что в моей группе будет аукцион на вот такой вот шикарный биглип. Он без названия идет. На камере у него цвет другой, но вы все знаете, он бархатистый. В тот раз был биглипчик маленький, с маленьким цветоносом. Сейчас биглип просто обалденный. Вот такая вот у него шикарная просто розетка, шикарные корни. У меня многие девочки просили этот биглип, Аль найди, у меня все записано, но нет этих биглипов. Ну, никак они не встречаются, хотя в предзаказах в GMP на базе я сегодня видела, в палетке они были. Но мне чисто вот забронировали, они смогли оставить только два биглипа. И то я их там очень просила. И пошли, извиняюсь, и пошли они навстречу, оставили. И вот один биглип я поставлю на аукцион. Ну, как бы, кто выиграет, то биглип, потому что у меня где-то заказали его человек 20, но, к сожалению, нет их свободной продажи, они редко встречаются, может быть, как-то на самом деле их мало. Также мне удалось урвать вот такой вот биглип, ребят, смотрите, это, конечно, без аукциона, просто уйдет, он уже вот цвел тут неоднократно, тоже корни, листья, все просто шикарное. Вот, феррарка пока рядом, покажи, вот такая салатовая красавица. Вот, белый биглипчик. Ну, белый биглип у меня женщина просила, я заранее ей его оставлю. Он был тоже один, совершенно случайно попался мне на глаза. И, ребят, в этот раз попалась вот такая вот бабочка. Вот у нее, сейчас я возьму, чтобы показать. У нее на каждом мутация устойчива, на каждом цветочке, не знаю, видно на камеру, вот такие вот защипы. Губа ярко-бордовая, сама она рыжая такая. Вот, не знаю, сейчас как в кадре, я смотрю, просвечиваются на свет лепестки, не так видно. На самом деле она такая прям рыжая-рыжая, как вот закат. Знаете, есть такая орхидейка, называется «Восточный закат». Вот, как-то так, ну, по-английски переводится. Вот, и вот эта орхидейка, смотрите, какие резные у нее тоже лепесточки. Ну, прям сумасшедший, конечно, завоз. И пескарка тут такая вот прям жирная стоит. Посмотрите, сколько корней в орхидеях. Альбуферия у нее еще название второе. Вообще, она пескара, крупноцветковая. Очень классная. В общем, и даже мэджикарты, посмотрите, какие красивые. Все цветы свежие, вот только-только приехали вчера на базу. Вот такие длинные у них цветы.
Кость, покажи, какие красивые бутоны у них. Вот бутончики, посмотрите, какая прелесть. Просто бутоны мне даже больше нравятся, чем, наверное, сами цветы. В общем, этот завоз просто супер. Я не знаю, как это еще сказать. Супер-пупер-пупер. Цветы все один на другой не похожи. Взяла много вспышек молний, потому что вы просили. Вот. Но взяла, опять же, вот такие, которые пышно-пышно цветут. С такой мощной розеткой, мощно-корневой, пышно-цветущей. Потому что я вас тоже прекрасно понимаю, что когда вы смотрите альбом, даже пусть там с пересылкой, вы хотите получить растение, что оно, значит, как многие думают, ну так оно и есть. Кстати, есть обильно цветущие сорта, а есть не обильно цветущие сорта. Вот, ну здесь, конечно, идет, что в теплицах, естественно, их стимулируют на эти цветоносы. Но вот такая вот розетка, если взять такое вот растение, она не может свести просто в 2-3 цветочка, потому что само растение очень, как сказать, уже выращено, оно взрослое. Это не подросток, там 1,7, 2,5. Если его пересадить, вот куча корней, оно приживется и будет только радовать вас. Также, ребят, у меня... Как идут заказы? Вот вы у меня заказываете растения, оплачиваете, да, там коробку, упаковку растения, вернее, утепление растения само. Но отправляю, как вы видите, уже вот сейчас вот горшочки я вам любой возьму, они все политые. Вот тот завоз, они просыхали неделю, мы вот сегодня собираем уже ваши цветы на отправку. Они высохли, просохли, и я отправляю растения только исключительно просохшие. С того завоза я оставляла себе два растения, я их уже пересадила, и даже вот эти торфяные стаканчики, они были сухие. Так что у меня, я уже говорила в своих видео, очень низкая влажность, где-то 27-29% сухо в квартире. Растения, в принципе, просыхают быстро очень. Но я только исключительно просушенные растения отправляю. Это минимизирует риск корневых гнилей, вот этой самой корневой шейки, грибковое поражение листьев. То есть растения уходят сухими, упакованными, никакого испарения, ничего абсолютно нету. Единственное, в дороге они могут стрессануть, еще раз скажу, отсушить вот такие маленькие бутоны, либо, допустим, какой-нибудь нижний листик, да, она зажелтит, просто она будет питаться этим листиком, пока она едет к вам. Ну и все, дорогие мои, это, наверное, все, что я хотела сказать. Вот такой просто шикарный завоз, вы сами видите, какие цветы, просто они все... Букеты цветов, можно сказать, то есть вот даже подарить растение какое-то, это одно удовольствие, да, вот представляете, приходите, распаковывайте, а там вот такая свежатина, нежнятина, вот такая вот красотища, которая будет еще долго-долго вас радовать и долго-долго вас, как бы, жить у вас, да, в доме, они, ну, минимальный риск того, что растение погибнет, просто минимальный риск. Хотя он существует всегда, вы сами прекрасно знаете, орхидеи, любое растение может взять ни с того ни с сего и погибнуть. Что-то в нем может внутри самого растения сидеть. Но, еще раз скажу, это минимально, потому что с такой корневой, с такими просто стволиками, кустами, да, орхидейными деревьями, это случается гораздо на 98% реже, чем это может случиться с какими-нибудь подростками. Ну а вы, пожалуйста, проходите в описании под этим видео. Я оставлю также ссылочку на мою группу, где будет проходить аукцион на этот просто бомбезный биглип, да. Также ссылочка отдельная будет на альбом с растениями. Проходите, наслаждайтесь. Я надеюсь, что вам все понравится. Также, ребята, заходим, также будет ссылка в описании на мой второй канал. Я стараюсь успевать выкладывать там также видео. Вчера вот выходило видео или сегодня? Вчера, да? Вот. Поэтому, кому интересна наша жизнь, как-то больше все равно получается, готовки снимаю. Но однако же, да, тоже переходите по ссылочке и посмотрите, кому интересно. А с вами была, как всегда, Аня Румянцева. Ставим лайк, кому понравилось. Участвуем в розыгрыше обязательно. Всем пока-пока.